Расскажите, что у вас произошло? Ну, у меня произошло то, что я работаю водителем на автомобиле КАМАЗ. Поставил машину вот сюда вечером, рано утром обнаружил, что машины нету на данном месте. Позвонил своему работодателю, уточнить у него, может, он брал машину или нет. Ну, так как он сказал, что машину он не брал, я обратился в полицию. Полиция приехала быстро, зафиксировала все как положено. Thank you.